Доброго времени суток всем. Сегодня в видео хочу сделать обзор и провести тест вот таких вот ножниц. Ножницы сделаны в Китае, имеют вот такую изогнутую форму, на конце пластиковые кольца с надписью EDC Gear. Вот, ножницы имеют вот такой вот тупой конец. Здесь и этот. Для того сделано для чего? В принципе, эти ножницы прежде всего являются как бы для парамедиков, медицинские, для того, чтобы разрезалась ткань, не поранив тело, на раненом или на пострадавшем. Но эти ножницы вполне можно использовать и там, и на охоте, на рыбалке, там, на выходе на природу, то есть как бы многофункционально. Ножницы есть ножницы. Вот поэтому у них... Соответственно, из их задач у них, соответственно, и такое строение. Ножницы имеют вот такие зазубрины. Не знаю, будет видно на камеру. Вот. Надеюсь, будет видно. Вот здесь раз зазубрины. Вот. Но тут не сильно. Вот большей частью вот они. Здесь зазубрины. Ну, теперь проведем их. Попробуем порезать разные вещи. Вот у меня есть кусок ткани рипсток. Видите, усиленная рипсток. Сейчас попробуем, как они режут. В принципе, довольно-таки легко ткань уходит. Ножницы режут ткань. Вот, это раз. Если сложить, взять этот кусок рипстопа в несколько раз. Два, четыре. 8 раз. Вот. Вот ножницы режут. Что еще можно взять? Можно взять кордуру. Вот кордура возьмем 2, 4, 8. 8 раз. 8 слоев кордуры возьмем и пройдемся. Вот, пожалуйста, ножницы режут. Что еще можно? Можно взять вот такую ленту, которая находится там на рюкзаках, на разгрузках. Ну, ленты усиления. Тоже можно взять 2, 3, 4, 5, 6. 6 слоев. Возьмем так, к примеру, 6 слоев. Вот, пожалуйста. Ножницы как бы довольно-таки очень легко справляются с толстым материалом. Можно взять кусок стропы. Паракорд, стропа. Довольно-таки все легко. Вот. Есть ниточки в середине. Все легко режется. И краешком ножниц, и ближе к середине ножниц. Так, возьмем еще лейкопластырь. Да, если там надо нам где-то отрезать лейкопластырь от рулона, вот как здесь. Довольно это такие все легко режется этими ножницами. И возьмем теперь бинтик. Возьмем бинтик, то есть мы пробовали толстые ткани, попробуем бинтик. То есть марлевый бинтик. То есть я не на, без натяжки, без ничего. Бинтик режется. То есть, вот, пожалуйста. В принципе, такие ножницы в аптечке не мешало бы иметь. Ну, также его можно носить для разных любых целей. Благодаря тому, что тупой носик они не будут ни прорезать, ни продавливать тот подсумок, в котором они хранятся. Вот, да, забыл еще размеры сказать. Я, насколько понял, ну, я в руках держал только вот эти ножницы, это аналогичные. Есть еще аналогичные, более мелкие. Ну, вот эти, точнее, ну, меньшие по размерам. Эти примерно 18,5 сантиметров. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать об этих ножницах, провести тесты. Надеюсь, я помог с выбором. Если кто-то задумался, стоит их, не стоит покупать, нужны, не нужны, то вот, пожалуйста, я как бы порезал, показал, что они режут. Надеюсь, я кому-то помог. Все, большое спасибо за внимание, всем пока.